Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Не модно о моде» и я, Наталья Ксенчак. У каждого уважающего себя бренда есть очень узнаваемый логотип. Например, медуза Горгона у Versace или две буквы C у Coco Chanel. Но бывает такое, что бренду не нужно использовать логотип, помещать его на свои изделия для того, чтобы мы с вами, потребители, узнали, чье же это произведение. Именно так случилось со знаменитым плетением кожаных изделий от модного дома Bottega Veneta. Поговорим об истории вот этого знаменитого плетения от Bottega Veneta. Эта компания была основана в 1966 году в итальянском городе Виченца, область Венеция. Сначала это было небольшое предприятие по производству изделий из кожи и магазин. Одним из основных продуктов Bottega Veneta является incrociato, что на итальянском означает плетеный. Это техника плетения кожи, которая теперь является синонимом компании. Очень интересная история создания вот этого плетения incrociato. Дело в том, что исторический регион Виченца, где располагался бренд Bottega Veneta, он специализировался только на производстве готовой одежды. Соответственно, все оборудование, которое было на фабриках, оно предназначалось только для шитья продукции из ткани. Ну, по крайней мере, из тонкой эластичной кожи. Но дело в том, что такой сверхтонкий материал не подходил для создания крепких аксессуаров. Работники бренда искали выход из вот этой сложившейся ситуации и нашли его. Они придумали делать плетение из имеющейся тонкой эластичной кожи, за счет чего материал становился более прочным и долговечным для аксессуаров. И, конечно, Bottega Veneta были не первопроходцами, они не первыми придумали данное плетение. Этот метод художественной обработки кожи считается одним из самых древних. Когда-то кожа была одним из самых доступных материалов. Обрабатывать шкуры животных первобытные люди научились раньше, чем создавать нити. Ну а плетение было одним из самых эффективных вариантов соединить детали этих вот шкур и, соответственно, создавать себе подобие одежды. Затем плетение из кожи превратилось в вид рукоделия. Однако именно бренд Bottega Veneta превратил переплетение кожаных полос в свою визитную карточку, используя его в качестве мотива во всех линейках своей продукции, от обуви и сумок до флакончиков духов. Креативные директора бренда адаптировали технику incrociato, демонстрируя ее универсальность через различные текстуры и цветовые дорожки. По сей день под руководством Даниэля Ли ткань incrociato очень узнаваема и любима в индустрии моды, и она появляется во всех категориях аксессуаров Bottega. Ну а с вами была Наталья Ксенчак. Если понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!